Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Сергия. По такому календарю православная церковь сегодня чтит память мучеников Сергия и Вакха, святителя Иона Ханковского и епископа, преподобного Сергия, послушливого Печерского в ближних пещерах, преподобного Сергия Нуромского Вологодского, обретений мощей преподобного Мартиниана Белоезерского игумена, священномучеников Юлиана, пресвитера и Кесария, диакона, мученицы Пелагеи, Девы Тарсийской и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Также сегодня празднуется икона Божией Матери Умиление, Псково-Печерская. Поздравляю всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день, желаю здоровья, счастья и благополучия. Светлая память, ушедшая в мир иной.